Большое оперативное совещание в администрации городского округа началось с хорошей новости. Исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Сергей Горелов проинформировал, что подготовка к открытию пристройки Медвежьеозерской школы выходит на финишную прямую. Сегодня утром было выдано заключение о соответствии, а значит, в ближайшие дни будет и разрешение на ввод. Поэтому все, кто сомневался, я вам говорю, что школу, точнее, пристройку в Медвежьих озерах 2 сентября открываем. Рассмотрение рабочих вопросов началось с обсуждения предстоящей экологической акции «Наш лес, посади свое дерево». По словам исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципалитета Максима Пчелкина, уже утверждены площадки на территории населенных пунктов для посадки более 180 саженцев. В рамках проведения акции запланировано посадить саженцы на 7 площадках. Это Пчелково 3 площадки, Монина 1, в Тагарянском 1, в Трубинском, в Литвиново 1 и в Охряново 1. Больше всего саженцев планируется посадить в Афряново на улице Текстильщиков, где в этом году по губернаторской программе была установлена большая детская площадка. Там по плану должно быть высажено около 100 новых деревьев. Также в ходе совещания обсудили планы по включению бывших военных городков округа в план ремонта на 2020 год. Восстановление инфраструктуры планируется проводить в микрорайонах Чкаловский, Бахчеванджи, поселке Загорянский и Новом городке. Большая часть работ будет касаться замены устаревших коммуникаций и сетей. Мария Смирнова, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.